Вас приветствует канал «Мошенники, аферисты, фармазоны». Уважаемые зрители, вы слушаете фрагмент моего ролика. Полный ролик ищите на Дзене. Ссылки на Дзен в комментариях и в описании к ролику. Алло? Добрый вечер, Петр. Да, добрый вечер. Очень приятно. Меня зовут Максим Вячеславович, работаю экспертом в области урологии. Вы оставили заявку на средства для мужского здоровья силы Сулеймана, верно? Да. Скажите, пожалуйста, в каком регионе проживаете? Я уточню, действует ли программа по вашему региону. Новосибирск. Да, пару секунд, пожалуйста. Да, сейчас программа действует. Скажите, как могу к вам по имени отчеству обращаться? Петр Игоревич. Петр Игоревич? Да. Петр Игоревич, давайте тогда следующим образом поступим. Вам задам несколько вопросов, потому что ситуация у всех разная, болеем все по-разному. По препарату также добавлю. Какие-то, если вопросы будут, тоже зададите и получите средства, хорошо? Да. Препарат мы отправляем анонимно полностью в картонных упаковках. То есть курьеры, либо почта, они не знают, что вы получаете. Коробки тоже не подписаны. Уточните, пожалуйста, ваш возраст для подбора дозировки. 45. А я вообще не знаю, нужен он мне или не нужен. Смотря с чем обращаетесь. Что наблюдается у вас? У меня, в принципе, ничего такого нету. Я там прошел этот тест. Ну, все как бы вроде нормально. Но тест показал, что у меня вероятность там аденомы и импотенции 78%. Я задумался, что так. Я понял. Ну а аденома и импотенция, у вас по ночам просыпаетесь в туалет, набор нет. Мочи может быть. Вообще с этим проблем нет. С этим нет, да, проблем. Как, сходите, опражняете мочевой пузырь сразу до конца, да, без каких-то сложностей? Ну, вроде да. С собой и обратно ничего не несу. Проблема может быть с поддержанием, с достижением эрекции присутствует. Тяжелее достигает. Нет, нет. Чтобы такого что-то было, я бы не сказал. Я понял вас. Но в любом случае, Петр Игоревич, в вашем возрасте порядка 80% мужчин в той или иной степени сталкиваются с эректильной дисфункцией. Причин, по которым происходит нарушение, всегда масса. Ну, вам, как я понимаю, больше именно в профилактических целях все-таки препарат подойдет, да, чтобы улучшить потенцию, улучшить и выносливость сексуальную. Ну, в целом, да, все, что касаемо с мужским здоровьем, провести также профилактику на будущее, простатит, аденома, рака простаты. А вообще, как считаете, какие-то, может быть, факторы есть, которые могут или могли, да, повлиять на ваше мужское здоровье? Да без понятия, вроде так, ничего, к утрам пробежка. Вечером тоже прогулка, спортом занимаюсь, так вроде какого-то такого вот вида жизни нету у меня опасного. Ну это здорово, что стараетесь, тем более кардионагрузки у вас, да, присутствуют, и ходите. И кардио присутствует, и все присутствует. Сигареты, алкоголь вы не употребляете? Нет. Ну, как, я, может быть, какие-то, конечно, не, ну, периодически люблю дунуть, но это не часто. Ага. Не часто.
Ну, это, конечно, на потенцию, кстати, по поводу дунуть, ну, я думаю, что это не, особо не влияет. Но могут быть какие-то изменения, если прям часто, да, если каждый день. Не, Но это никуда раз в там неделю, раз часто в месяц, каждый день. это... Денег только набрать. Если это раз в месяц, то не страшно, на самом деле. Но, тем не менее, у нас в организме все взаимосвязано. Из одной проблемы вытекает другая. Но самое главное, сейчас есть возможность комплексно восстановить, улучшить мужское здоровье. Ингредиенты сила Сулеймана подобраны в оптимальных пропорциях, что позволяет добиться полного восстановления всего организма. А, конечно, сами понимаете, и с возрастом гормон тестостерон снижается, выработка тестостерона семенниками. То есть постепенно уровень тестостерона, он, конечно, падает. Ну и, соответственно, потенция это также сказывается. Да, спасибо, что поделились ситуацией, Игорь Петр Игоревич, прошу прощения, благодарю, что ответили. Ну а в целом какие-то препараты аптечные, как я понимаю, вы не принимали, да, ничего? Если он носил, то долофил, необходимости не Не было. знаю, аскорбинку любил. Ну не, я имею в виду для потенции, там, при мужчине обращаются в аптеку. Да Не нет, пока принимали, да? как-то своими силами. Ну Жена и пока правильно, ну, еще сейчас необходимости справляется нет, с поэтому... вопросом. Я понял вас. Ну хорошо. Вообще работаю в андрологии более 10 лет. Знаете, препараты эффективнее и безопаснее. Ну, по крайней мере, у нас в России я не встречал. Принимается курсом. Курс проходим один раз. То есть повторно мы не принимаем. Через год, два и так далее. И прежде всего, конечно, особенно первые недели, у вас устраняются воспалительные процессы. Очищается полностью предстательная железа, мочевой пузырь, мочеполовая система в целом от патогенной микрофлоры, ну и нормализуется кровообращение. А, это Как мало, да? антибиотик. Я понял. Тогда нет. Это не антибиотик. А как он будет Антибиотик, очищать от это... патогенной микрофлоры? Нет, антибиотик это ну, это все-таки, ну, совсем другой группы препаратов. На основе различных грибков. Очищает он за счет компонентов. Там детокс у нас идет, кровообращение помогает нормализовать в органах малого таза. Никаких антибиотиков там нет. Значит, А о какой вы флоре говорите называется тогда? это. Что еще раз? О какой вы патогенной микрофлоре говорите тогда? Ну, возможно, знаете, при возможных воспалительных процессах может быть воспаление, различные бактерии, да, если содержатся. Кардиотокс также помогает, значит, уничтожать. То есть на То есть организм, на органы малого таза воздействует на кровообращение комплекс. Если туда какая-то бактерия случайно забежала и там, в общем, поселилась, то он ее, короче, выселяет. Помогает, да, совершенно верно. Угу. Значит, сразу, да, что почувствуете при приеме, такое тепло у вас появится А в области где? полового органа. Это нормально. В области полового органа появится. Это нормально, идет восстановление кровотока. И утренние эрекции при приеме будут чуть ли не каждый день. Опять-таки за счет того, что циркуляция крови улучшается. Но что касается потенции, сразу будет заметно лучше. Но основной результат у вас начинается в промежуток с 5 по 8 день. В это время наши мужские яички, семенники, начинают активно вырабатывать гормон тестостерон. Нормализуется гормональный фон. Во-первых, у вас либидо повысится, сексуальное влечение, ну и комплекс получится потенция. Достигаться будет быстро, сами контролируйте, сколько нужно. Занимайтесь также чувствительность, будет заметно лучше полового органа. Ну и за счет того, что тестостерон повышается, выработка тестостерона, вернемся к тем ощущениям, которые были у вас 25-30 лет. Как я понимаю, вы на такой результат и рассчитывали, верно? Да я как-то профилактически больше рассчитывал, чтобы оно ничего не было такого, ну, в будущем. Да, конечно, Чтобы это не на хуже будущее было. принимайте по инструкции. Принимайте по инструкции, не пропускайте. И вы проходите профилактику на будущее. Простатита, аденомы, рака простаты и, соответственно, эректильной дисфункции. По крайней мере, до 60 лет гарантируем, что проблем с простатой у вас не будет. Но единственное, старайтесь организм не переохлаждать, особенно тазовую, да, область. Потому что очень часто из-за этого проститы появляются у мужчин. При переохлаждении. А я вот Принимаете тогда, препараты? я люблю, вот у нас баня тут есть, у кума.
И когда напаримся все, то выскакиваем и в этот самый, там в прорубь, она к речке выходит в бане. То это лучше не делать так. Ну, можно, просто вы смотрите, там недолго, да? Сколько вы в проруби находитесь после того, как... Там сколько дыхания хватит, там раз, два, три, ну не знаю, секунд 35, если посидишь, то 35 хорошо секунд. обратно в баню. Да. Ну, нужно так делать. Это замечательная для здоровья очень хорошая закалка. Я имею в виду, знаете, ну вот есть, например, моржи, которые там бывают, что минуты, десятка минут плавают, да, в проруби, в ледяной воде. Очень часто простит появляется. Это именно переохлаждение длительное организма. То есть, а так, для закалки это здорово. После бани в прорубь ледяной очень хорошо. Просто там недолго, буквально минуту-две этого достаточно будет, да. Потом уже, соответственно, выходите. Я Ну и, понял. конечно, там больше 5 минут лучше не находиться. Да меня 5 минут там не заставишь. Вы куда? Вы когда-нибудь пробовали? Там и дух Ну, сперло, и вообще вообще проруби нет, все но... сперло. Ничего нету. Я представляю, проруби нет, но под ледяным душем часто стою. Тоже для... Ну, там много положительных факторов, и чувствую себя хорошо. Ну, вы если закаляете, то прекрасно знаете, какие это ощущения. А вот в проруби... Ну, это интересно, конечно. Хотел бы искупнуться, попробовать. Да, вы А с в бане бани где-то, да, выбегаешь наверное... весь красный. Бегом туда в прорубь, раз, Как два, черт... три, занырнул, все, через 30 секунд весь синий. Мне кажется, Да, самое время обратно бежать в баню. конечно. Конечно. С бани красной выходите, с проруби синий сразу. Не сразу. Потом опять в бане. Ну, Да, так. через 30 секунд, я имею в виду. Так вот, как закалялась сталь. То туда, то сюда. Ну, там, конечно, надо сердце, чтобы хорошее было. Потому что так, Да, за, это... если часто это повторять, то можно крякнуть. Можно, потому что это и шок очень большой для сердца, для организма, такие перепады резких температур. Но если сердце натренировано, то почему нет? Значит, по силе Сулеймана принимаем мы по 2 капсулы сразу в течение за день. Ну, в любое время лучше, конечно, переполнение принимайте. А первые 10 дней также предоставляется от партнеров престокапс препарат вместе с силой Сулеймана. Это как вспомогательный противовоспалительный препарат, престокапс. 40 дней у вас получается всего 90 капсул. Сможете, да, 40 дней принимать? А почему нет? Ну, мало ли, форс-мажоры какие-то, может быть, бывают. Я имею в виду, что без перерывов принимаете, а не наоборот. Так а какие форс-мажоры? Рот мне зашьет, что ли? Ну Не, смогу. ну бывает, мужчина уезжает там куда-то, я поэтому спрашиваю, Так кто я с там собой же находится, могу у взять. кого там походите. Они же не тяжелые. Ну да, ну бывает, нет, конечно, что упаковка лекарств, сами понимаете. Ну так Но тогда бывает да. такое, что из-за форс-мажора там тяжеловато. Ну хорошо, в целом по препарату, по применению все понятно. Ну так в общих чертах, да. Ну опять же, там у вас документация будет, и аннотация, и инструкция, там все написано, что по Ага. препарату как принимается. Также номер горячей линии. Если нужно будет проконсультироваться, вопросы появятся. Звоните, мы всегда рады помочь. Там бесплатные звонки. Сейчас обращайтесь к нам по льготной программе. У вас идет 50, 40 капсул бесплатные, 50 капсул со скидкой 50%. Общая стоимость 8400 рублей. Доставка также бесплатная, предоплату не берем. Скажите, готовы пройти подобранный курс? Или восстановить лучше Да, дыхательный курс? да, А вы именно в Новосибирске, да, проживаете? да. Так, ну у нас должна быть курьерская доставка по Новосибирску. Назовите, пожалуйста, адрес, я вам по срокам скажу, сколько займется. Улица Владимировская, не Владимирская, а Владимировская. Владимировская. Да, 16. Владимировская, 16. У меня сестра в Новосибирске живет. Ну, я тоже бывал, конечно, но город понравился. Я с Юрги, может быть, знаете, недалеко от вас, Кемеровская область. Ну, Юргу слышал, но там Рекордер. не бывал. Ну, это тот...
кстати, от Новосибирска далековато, если ближе все-таки к Томску, Юрка. Но в Новосибирске часто бывалось. В целом, ну так благоустроили город. Я вот в 21-м был, достаточно сильно поменялся. Так, а 16 квартир я не записал? 7. Квартира 7. У нас доставка по Новосибирску уже завтра доступна. Так, а вы перешлете туда, на Новосибирск? До завтра придет? Ну, у нас, видимо, находится именно склад в Новосибирске. Не, подождите. Я же... Нет, я завтра не надо. Давайте послезавтра. Я сейчас же нахожусь вот в данный момент. Я нахожусь в гостинице в Москве. Но у меня в ночь будет этот самолет. Я сегодня в районе 3 утра вылетаю. То есть я тогда, когда прилечу, завтра буду отсыпаться. Мне не до ваших курьеров будет. Конечно. Либо тогда завтра поздно вечером, по новосибирским этим, тогда позже 8 вечера. Либо тогда послезавтра утром. Либо после 8, либо послезавтра. Да? Но у нас, смотрите как, у нас есть только на четверг, следующая дата, это 11 число будет. А на среду нету? А на среду нету доставки почему-то. Ну, видимо, выходной у курьера в среду. А на вторник после 8 вечера? Вообще у нас интервал с 10 до 21. Но я могу указать в комментарии, что вы попросили после 8 доставить. Да, так, чтобы они меня до 8 не добудятся. Я приеду, телефон на беззвучку поставлю и завалюсь спать. Ну что, начнется сейчас, то... Давайте я ухожу, что... Да, с работы начнут звонить. Это завтра будет именно. Да. Хорошо. По новосибирскому времени. Да, конечно, это местное время у нас. Я вам озвучил с 10 до 21. Да, по московскому времени это после 16. 4 часа разница. Да. Я указал, но я не могу точно обещать, что получится после 8 достать, потому что у них есть тоже график. Ну тогда, когда получится. Ну да, но в любом случае он позвонит вам, да, в день доставки, я думаю, ближе к вечеру. Примерно минут за 40 до приезда, и там уже точно скажет. Хорошо. То есть, если он позвонит часов 8, нормально будет? Ну, часов 7 я имею в виду. Слушайте, а... Вопрос, а у вас склад где? Я точно не могу сказать, в Новосибирске где находится. Может быть, не в Новосибирске он находится. Может быть, в ближайшем городе каком-то. А можно как-то узнать? Личный центр у нас находится Москва и Санкт-Петербург. Мы находимся. Так, а за склад можно узнать, как там, где он в Новосибирске у вас? Я точно не могу вам сказать, потому что у меня такой информации нет по Новосибирску. Понятно. Ну ладно. Доставку вы не оплачиваете по Новосибирску, оплата наличными у курьеров. Хорошо, ладно. Пусть так, да. И для доставки хочу уточнить еще вашу фамилию. Панаев. Танаев? Панаев. Панаев, прошу прощения, не расслышал. Панаев Петр Игоревич. Да. Петр Игоревич, когда прием закончите препараты через 40 дней, позвоните, пожалуйста, по горячей линии. Хорошо. Дайте просто обратную связь. Да. Хорошо. Ну, поделитесь, потому что это наша репутация. А где, какая у вас горячая линия? А у вас в посылке будет брошюра, там указана горячая линия. Ага, понял. Хорошо. Могу сейчас сказать, но посылки он у вас точно не будет. Я потом забуду, если там в брошюре будет, то давайте в брошюре. Да, хорошо, да. Точно будет. Хорошо. Так, давайте я сверю, чтобы ошибок не было. Вы запомните, да, что получите, ну, по заказу? Ну, там вот эти пилюли Сила Самуила. Да, Сила Сулеймана,
значит, 80 капсул и пристакав 10 капсул. 8400. Доставка на имя Панаев Петр Игоревич, город Новосибирск, улица Владимировская, 16, квартира 7. Так. Доставка завтра. Из 10 до 21 комментарий я указал, что просите доставить после 8. Ну да, да, да. Все правильно. Скажите, подтверждаете, что сможете получить препарат завтра, когда доставит курьер? Ну, конечно. Подтверждаете, да? Конечно. Ну, сказать, да, либо подтверждаю. Ну да, подтверждаю, да. Да, мы работаем также по закону о защите прав потребителей, чтобы для вас действовал. Мы с вами по записи телефонного разговора с вами действующим законодательством. Заключаем устный договор, при продаже, по которому стороны договорились о следующем. Мы, как продавец, обязуемся доставить вам препарат силы Сулеймана и пристакал с надлежащего качества. Какая сейчас как компания у вас какая? Как называется? Biomedical Farm. Biomedical Farm. Угу. Так. Да, производитель именно. Мы работаем напрямую с производителем, это Nordfarm. Производитель силы Сулеймана непосредственно. Да, обязуемся доставить надлежащего качества в оговоренный срок по согласованной с вами цене. А вы как покупатель обязуетесь оплатить заказ при получении. Да, 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 да. Подтверждаете, мы договор. Да, подтверждаю. И мы обычно карточку заполняем при обращении. Назовите дату рождения вашу. 13 сентября 1980 года. 13 сентября 1980, да? Да. Я вам тогда еще сертификат положу, как день рождения, я вам в любом случае добавлю, на скидку. А скидка там будет на препараты от наших партнеров, от 3 до 5 тысяч. Ознакомиться, понравитесь, если понравится, что-то можете воспользоваться. Скидка очень хорошая, ну, по желанию. Хорошо, тогда ожидайте завтра звонка. Петр Игоревич, вам самое главное, желаю крепкого здоровья и хорошего вечера вам. Да, хорошо, я понял. Спасибо, спасибо. Да, до свидания. Вам не хворать. Спасибо большое. Ха. Ну-ну. Здравствуйте, Петр Игоревич. Да, здравствуйте. Вас приветствует интернет-магазин, отдел доставки. Меня зовут Алла. Звоним по поводу доставки заказа. Средства силы Сулеймана заказывали. Я вижу, пока заказ не поставлен, в ближайшее время будет возможность получить заказ? А какая организация мне прислала этот заказ? Вы обратились к нам в компанию... Это единая служба доставки. Вам доставлен заказ непосредственно завода-производителя, осталось его только доставить. Скажите, готовы получить заказ в ближайшее время? Мне доставлено от какой-то ИП Еремина. Что? Заказ прибыл от ИП Еремина. А минуту, скажите, пожалуйста, к вам курьер приезжал? Ко мне? Нет, я интересовался у курьерской службы, кто поставщик заказа. Мне сказали ИП Еремина. Дело в том, что я сейчас скажу, кто производитель данного средства. Зачем, кто производитель? Скажите, кто мне прислал этот заказ? Заказ вам прислал производитель. Так. Вам доставляется из завода-производителя. Так. ИП Еремина производит этот препарат, как вы говорите? Я вам могу сказать производителя, кто производит данное средство. А кто мне его прислал? Мне это больше интересует. Вам доставила служба доставки ваш заказ. Я что, спрашиваю, кто мне доставил? Службу доставки. Откуда этот заказ взялся? Вам доставили с завода-производителя. Нет, мне доставили из ИП Еремина. Доставили вам завода-производителя, завод-производитель Nordfarm, Смоленск, город Смоленск. Я видел, что доставлено из ИП Еремина. Скажите, вы заказ получать будете?
Конечно, буду. Вот только пусть мне придет заказ из завода Нордфарм. Отправитель. Вам и пришел заказ с завода Нордфарм. Вы глухая? Петр Игоревич, я вам информацию предоставила. Скажите, планируем доставку? Конечно, только из завода Нордфарм, не из ИП Еремина. Завода, вам пришел заказ с завода Нордфарм. Нет, Скажите, когда написано вы было придете? ИП Еремина. Завода Нордфарм, производитель завод Нордфарм. Я что, спрашиваю, кто Завод производитель? Нордфарм непосредственно вам доставили заказ. Нет, заказ был доставлен от какой-то ИП Еремина. Петр Игоревич, подскажите, пожалуйста, вы готовы заказ получить? А вы готовы мне присылать заказ от того, с кем я договаривался? От производителя. Нордфарм. Вам с завода-производителя заказ пришел. ИП Еремина, завод-производитель. Завод-производитель Нордфарм. Вот пусть мне заказ от Нордфарма и придет, а не от ИП Еремина. Хорошо, когда будете готовы заказ получить по телефону, запишите, пожалуйста, номер телефона. Когда будете готовы прислать заказ от того, кто производит, а не от неизвестного мне ИП? Вы уже готовы, мало того, вам уже доставили с завода-производителя заказ. Не, это было не из завода-производителя, это было от ИП Еремина. То есть, скажите, пожалуйста, то есть вы готовы, чтобы мы доставили вам продукцию? Тогда мы можем запланировать доставку и доставить вам заказ. Вы слышали то, что я вам сказал по этому поводу? То есть я понимаю ваши сомнения, но товар вы приобретаете высокого качества. Хватит его надолго, как и его свойств. В состав данных товаров идут полностью натуральные компоненты, которые имеют такой же эффект, как Ой-ой-ой-ой, товар. зачем это мне второй раз повторять? Также проходят исследования на совместимость, аллергены имеют декларацию, аналог сертификата качества. То есть все документы предоставляются вам. А мы с данным товаром работаем длительный период, более 3 лет, и наши клиенты очень довольны полученными результатами. А большой плюс – нет побочных эффектов. То есть, скажите, пожалуйста, готовы заказ получить? Мы вам его доставим, как и обещали. Скажите, пожалуйста, готовы мне прислать заказ от Нордфарм, а не от ИП Еремина? Уже прислали вам заказ от Нордфарм. Не прислали заказ от ИП Еремина. А может быть, для вас это дорого? То есть сейчас, чтобы поддержать лояльность клиента в столь непростое время, было принято решение об объявлении максимального дисконта на продаваемые товары. Сохраняется вес, объем, характеристики, меняется только цена в меньшую сторону. Не могу сказать, как долго будет действовать период скидок, могу сказать только одно, за всю мою практику таких низких цен еще не было. Просто представьте, что еще месяц назад цена на этот продукт была в 3 раза выше. Возможно, уже через неделю акционное предложение будет недействительно. Вы будете себя угнетать за то, что могли потратить гораздо меньше, а получить больше. И самое главное, получить желаемый результат здоровья, используя препарат растительного происхождения. Прекрасная техника чтения с бумажки. Очень хорошо, браво. да. То есть стоимость вашего заказа на данный момент составляет 8400 рублей. Можем 50% от стоимости Ни в заказа. коем То есть случае это ничего будет не снижайте. Нет, 5800. я не согласен, не согласен ни на какие скидки. Производитель должен получать денежное вознаграждение соразмерное с затратами на изготовление такого чудесного препарата. Я Конкретно, отказываюсь от хорошо. То есть каких-либо скидок. Вам доставить заказ по стоимости, которая была ранее, за 8400 рублей. Конечно, от производителя Nordfarm. Хорошо. То есть, когда вам доставить заказ, подскажите, Петр Желательно Игоревич? сегодня. Сегодня, к сожалению, вы уже не получили заказ. Вы отказались, насколько я понимаю. Нет, такого не было. Я просто ничего у ИП Еремина не заказывал и все. Мне непонятен отправитель моего заказа. Хорошо. В таком случае перезвоним вам позднее по поводу доставки. Обязательно звоните. Обязательно. Я буду скучать.
Здравствуйте, Петр Игоревич. Вас приветствует интернет-магазин отдел доставки. Меня зовут Ольга. Как называется интернет-магазин? По поводу вашего заказа на силу Сулеймана. Как называется ваш интернет-магазин? Но я вам звоню из отдела доставки. Как называется ваш интернет-магазин? Но это вы должны знать, где вы делали заказ. Вы работаете с многими интернет-магазинами. Вы умственно отсталая? Еще раз повторите, плохо слышно. Являетесь ли вы умственно отсталым человеком? Еще раз повторите, вас очень плохо слышно. Являетесь ли вы умственно отсталым человеком? Вас очень плохо слышно. Еще раз повторите, пожалуйста, вопрос. Ну, тогда перезвоните мне, пожалуйста. Хорошо, перезвоню. А, услышала. Ты сотри. Уважаемые подписчики и гости канала, вы прослушали часть ролика. Полный ролик размещен на нашем Дзен-ресурсе. Ссылка в описании ролика и в комментариях.